Очень хочется улететь отсюда. Вон. Думали, честно говоря, что мы сегодня уже полетим дальше, но мы застряли в этом городе. Говорят, погода нелетная, зимник закрыт. Где-то там на каком-то перевале, хребте, погода нелетная. А может, вертолетчики схватили вертолетики с утра, тоже говорят, есть такое мнение. Но это не наше мнение, мы считаем, что погода нелетная, снег идет. Пошли прогуляться, культурно обогатиться. Тут есть музей и есть церковь. В общем, зайдем, немножечко прогуляемся. На, это плохо. Давай отодвинемся, там едет кто-то. А не сюда. Короче, друзья мои, мы здесь застряли. Сегодня погода нелетная, перевал какой-то не принимает. Пытались по земле уехать в соседний населенный пункт. По земле тоже те, кто готовы были нас вчера отвезти. Но сегодня они нас не повезут. Так что сбрасываемся всем миром. Данные карты я прикреплю внизу видео. Шутки шутками, но не знаю, когда улетим. Неделю мы уже, даже больше, в этом самом северном городе России. Певек, цены я выкладывал. Помогите, говорит. Я застрял, дошутился он. В спектакле не можем вылететь. Вот, даже на крыльях усов. На, вот, медведь обнимает якорь. Люди! Люди! Это Владимир Ильич Ленин, только он в зимней шапочке. А что там? Что там? Что там в этом здании? Управление финансов. О, очень хочется улететь отсюда. Вон человек решил перегородить дорогу, в ангелочка поиграть. У тебя руки будут так же, как у меня усы. Летайте! У самолетами Аэрофлота. А, Чукавия. Во, Чукавия. Чукавия. И, а тут библиотека закрыта. Библиотека закрыта на санитарный день. Вообще круто. А мы промерзли такое расстояние. Какие казахи, это чукотский. День спустя мы попали. Это не пингвины, это другие птички. Это остров Врангель. Да. Правильная одежда, не то, что мы одеты. Комната музея. Так вот, вкратце, награды. Общее впечатление. Практически ЭВМ. Печатные машинки, краны, якоря и знамя достижения. Такая вот. Наша квартира. Не смешно, товарищ Сталин. Помнишь, ехали? Стало лучше, товарищ. Стало сидеть. Дешевле выйдет. Быстрее возможно. Русское зодчество, оно всегда прекрасно. Да. Ломоносов. Красиво.
Шаляпин в разных ролях. Да, то есть, видимо, он здесь бывал. А внизу вот этот галстук. Почему галстук с американским мультгероем? А там, где стенд посвящен Шаляпину. Может, кто-нибудь объяснить мне, чья это шутка? Почему так? Шаляпин. Там тоже, кстати. И там. Ну, всячески. Не только он, но... Вот.